В музее-мемориале Владимира Ильича Ленина на третьем этаже здания проводятся работы по демонтажу основной экспозиции, которая занимает 3000 квадратных метров. Как подчеркнули сотрудники Ленинского мемориала, демонтаж проходит в соответствии с едиными правилами формирования, учета и хранения музейных предметов, утвержденных Министерством культуры Российской Федерации. Демонтаж происходит поэтапно. Вот сейчас мы проводим демонтаж музейных предметов. Далее, по завершении этой работы, будет проводиться работа по строительству саркофагов музейными предметами, которые являются недвижимыми. То есть переместить их невозможно, но требуется их сохранение в период проведения ремонтно-реставрационных работ. Предметов, которые останутся на месте всего цикла ремонтно-реставрационных работ и будут защищены от внешнего воздействия при помощи специальных конструкций, всего 11. Среди экспонатов знаменитая диорама «Симбирск» конца XIX века, электрифицированная напольная карта из рубинового стекла, триумфальное шествие советской власти, барельефы на стенах, мозаичное панно «Освобождение Симбирска», витраж «Родина-мать», торжественный зал и некоторые скульптуры. В основной экспозиции музея-мемориала все эти годы экспонировалось свыше 4000 музейных предметов. Большая часть среди них, почти 80%, подлинные экспонаты. Сейчас их переносят в основное хранилище. У каждого предмета есть собственное место в хранилище. Часть экспонатов мы представим все-таки посетителям. Сейчас идет летний туристический период, и посетителей еще много. И нам хотелось бы, поскольку на втором и первом этаже ремонтно-реставрационные работы пока еще не будут проводиться, хотя бы часть основной экспозиции, наиболее интересные экспонаты представить для посетителей музея и для гостей нашего города. Часть музейных предметов с третьего этажа уже переехала на второй этаж. Это макеты, выполненные в 1941 году и представляющие особую историческую ценность, шахматный столик с тайником, выполненный по замыслу Владимира Ильича Ленина, мозаичный портрет Нади Леже, подарки Ильичу, живописные картины. Обновленная постоянно действующая экспозиция по планам должна открыться в 2021 году. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.